чем накормить болеющего ребенка, который остался дома и который не хочет есть. Но таблетки выпить нужно от простуды, гриппа и ОРВИ, но только после того, как ребенок покушает. Будем делать сосисочный торт. Для этого нарежем сосиску. И для этого нарежем сыр. После того, как нарезаем сыр ломтиками, нам нужно будет взять последний ингредиент для нашего блюда, так называемые шпажки. И начинаем собирать наш тортик. То есть мы берем сосиску, сырок, сосиску, сырок, сосиску и пронзаем это все нашим импровизированным мечом. Далее ложим сосиску, сырок и добавляем. И думаю, можно сделать еще одну заготовочку. Так, один шашлык-машлык готов. Тортик, шмортик. Так. Второй готов. Так, третий будет прям совсем маленький. Как-то с сыром мы не подрасчитали. Ну да ничего. Делаем то, что у нас есть. И вот так вот выкладываем. Наше блюдо. Теперь ненадолго в микроволновку. И далее украсим огурчиком. Пока готовится в микроволновке наше основное блюдо. Подготовим украшение. Немного, конечно, расплылось, но тем не менее вот такой вот у нас будет завтрак. Всем приятного аппетита, а ребенком скорейшего выздоровления. Посмотришь, тут огурчик есть. Глянь, как хорошо, красиво получилось. Смотри. Мне пока что не хочется. Пока что не хочется, но ты хоть посмотри. Встань. Види, какая красота. Плавленый сырок. Да. Покорми чуть-чуть. Нет, попозже. Попозже, я только огурчик скушаю. Ну на, огурчик. Нам еще таблеточки потом надо будет выпить. Хорошо? Угу.
таблеточку надо проглотить. И запить чуть-чуть. Чуть-чуть. Проглотила? А теперь твое любимое. От кашля. Как ты его пьешь? Воду? И потом вылизываешь, да? Все? Все? Вылечилась? Предлагаю заесть одной сосисочкой. Одной. Одной. Это жопкою, жопкою, жопкою. Жопкою? Да. Тут две жопки. И одну, и вторую. Ай, мне же больно, моя жопка, моя жопка. Кричала сосиска. Моя жопка, моя жопка. Не ешь меня больше. Не будешь? Буду. Еще сосиску? Нет. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, смеялась сосиска с Кирой. Не ешь меня, Кира. Держи. Не хочу. Не будешь есть? Не буду. Ура, ты меня не будешь кусать. Ага. Да? Ага.